Всем привет! Это Нормально Ночью. Сегодня ко мне приехала вот такая посылочка. Давайте открывать. Ну что, открываем? Ну давай. Что же нам тут приехало, интересно? Ого, такие... Настюша, а что это ты заказала? Давай распаковывай. Маша! Ого! Так. Ого! Маша? Ух ты! Показывай. Маша и медведь. Ого, какая она классная! Ну что, давай распаковывай. Давай я тебе разрежу, да? Эй, так. Аккуратно. Стой, Саночка. Дотя, подожди. Так, Маша наша. Наша Маша. Прям спешки. Быстрее. Я надеюсь открывать. Ура! Ух ты! Покрути нам коробочку. Не сильно. Какая Маша! Друзья, давай посмотрим. Значит, что наша Маша умеет? Говорит 100 фраз, поет 4 песни. Маша учит буквы, цифры, фигуры, поет песни из мультика. Говорит улетные фразы. Маша болтушка. Привет, друзья! Я Маша! Давай знакомиться! Ну что, открывай? Да. Ага, так, тут заклеено. Маша, сейчас мы тебя успокоим, Маша. Доставай нашу Машу, потом покажем, что еще есть в посылке. Доставайте меня! Помогите! Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе! 5 минут полет нормальный! Кто-нибудь меня отсюда достанет? Так, ну что, достаем. Маша, как это ее тут так запаковали? Ничего себе, подожди, Дося, сейчас будем пробовать отсюда. Чик. Ага, вот и все секреты. Да, Маша, привет. Так, что это здесь происходит? Почему? О! Сейчас, вот. Да, привязана сейчас. Чтобы она никуда не убежала. Чик. Ура! Фух, друзья. Что-то устала я уже. Меня так долго доставали, ну просто вообще. Всем привет! Вы на канале Настюшек! Ой, Маша! Ой, Настя! Я уже... Привет! Привет, Маша! Я пришла к тебе в гости, давай дружить! Я Маша! А что еще в моей колоде? Так. А что это у вас здесь такое? Привет! Вы снимаете видеоканал? Класс! О! Это вторая посылка, да? А что здесь у нас во второй посылочке? Маша и медведь. О! Маша наша разговаривает. Она поет песни.
спокойно. Ну давай будем разбираться. Маша, привет, что ты умеешь у нас? Ага, вот тут на ручке, дочь. Сейчас меня покормят. Сейчас я буду кушать. Кашу, кашу, кашу. Это я с тобой творю. Ой, как красиво Маша у нас поет, дочь. Класс, так. Голубчики, дочь, посади ее и нажимай. Зайка любит похрустеть морковкой. Ну, конечно, это зайчик. Ура, мы угадали. Жизнь по следам любого. Узнавать умею я. И же... Поспим? Куда поспим, Маша? Мы снимаем видеоканал. Давай дальше. Здорово, будем дружить. Давай дальше. Может, уже познакомились уже? Мы уже познакомились, Маша. Зовите меня просто Машей. Хорошо. А это у нас просто Настюшик. Просто Маша. Надо подружиться. Хорошо. Сейчас меня покормят. Сейчас я буду кушать. Маша, Маша, хватит уже танцевать. Покажи нам Машу. Держи ее тут. Кто? Зайчик. Зайчик, а ну. Все для дела пригодится, и в варенье попадет. Пум! Ребята, классная у нас Маша, классная. Маша у нас такая мягенькая в туфельках. Так, на животе? На животе ничего не нажимается, только на ручке. Очень классная Маша и очень нравится. Ой, какая красивая косичка. Дочь, у нее такая красивая прическа. А вот это мы покажем в следующем видео нашу скорую помощь. Маша устала. Я сейчас сплю.
Давай послушаем еще, какие у нее тут есть песенки. Так, что она еще у нас умеет нажимать? Настюшек, танцуй. Кстати, а где Миша? А Миша скоро приедет. Вот такая классная Маша, друзья. Будем снимать видео, будем играться с Супер Машей нашей. Уи! Тебе нравится Маша? Классная Маша. Ставь лайк. Пока, ребята. Настюшка.